Проект Jazz Project – это уникальная возможность получить 1 миллион тенге, чтобы открыть свой бизнес. Принять участие в нем могут молодые люди до 29 лет. Как говорят кураторы проекта, приоритет отдается тем, кто не учится, сидит без работы и не имеет дохода, либо сумма его слишком маленькая. Цель проекта – это чтобы привлечь молодежь заниматься бизнесом, своим делом. То есть они 6 месяцев сперва оказывают свои услуги, а также свои продукты раздают бесплатно. То есть социально уязвимым слоям населения, а также инвалидам оказывают свою помощь. И в дальнейшем они уже открывают свои ИП и могут дальше развиваться. Заявки на участие в конкурсе этой весной от Западно-Казахстанской области подали 700 человек. Из них одобрили только 221 проект. Все участники получили безвозмездный грант в размере 1 миллиона тенге. У нас была идея с самого начала открыть клининговую компанию. И благодаря этому проекту мы сейчас начинаем свое дело вот так. В течение 6 месяцев мы помогаем социально уязвимым группам по всему городу. И мы взяли 800 человек для того, чтобы оказать свои услуги. Jazz Project – это только толчок для молодых людей, чтобы они смогли реализовать свои мысли и двигаться вперед. В будущем, когда они смогут получать доход, у них появится возможность расширить бизнес и быть в рядах успешных предпринимателей. Олег Великий, Мирбулат Джигапаров, Рустам Джумашев, телеканал ТДК-42.